станок BMAT 99 с автоматическими клатчами, ошибка. Флип-трип мотор, лостротар. Причина застрявшие перчатки. Снимаем их здесь две. Снимаем их обязательно вверх. Вот мы их сняли. Как будем устанавливать причину? И, конечно, заходим в меню укладчика. Опускаем лопату. И что мы тут видим? Смещение. Смещение лопаты. Был удар основным крепителем прибором, основным крепителем. Сейчас я вот этим прибором был удар по лопате. Так, мы ее установили. Есть небольшой люк, но небольшой он должен быть. Делаем вот под лицо, чтобы все это было видно. Убираем лопату назад в зону. Все, выходим. Делаем перегон. Смотрим на ошибки. Вот ошибка вылезла. Но, видимо, это человеческий фактор. Возможно, неправильно запустил или взял. Все, пускаем станочек. Все, станок пошел. Все, все будет нормально. Все, станочек будет. Датчики работают. Все прекрасно.